Всем привет! Позвонили вообще какие-то боковые люди, я не знаю, как они мой телефон узнали, говорят, вам магнитолка Sanyo не нужна. Я говорю, модель какая? Вот они говорят, 7750. Я говорю, если мы договоримся по цене, легко. Короче, я поехал за вот этой вот прелестью. Видите, хорошенькая штучка. Приезжаю, а перепродавец говорит, а не надо ли вам Sharp 6060? Я говорю, ну, хотелось бы посмотреть, потому что разные бывают вариации. И только 6060, их три модели. Есть с такими грилями, которые наиболее интересны для меня лично. Такие они винтажные. Есть мелкую сеточку, типа 555-го, 3/5 Sharp. Вообще никакой на внешний вид. Это европейский вариант, вот это азиатский. А есть еще третий вариант с металлическими сетками. Ну и там в этой серии был 61-61, 62-62, там с какими-то маленькими отличиями, 63-63. 63-63 вот за моей спиной, он косит под 8-9-8-9. Ну по сути это один и тот же магнитофон. Вытаскивает мне он этот Sharp, весь грязный, весь такой в побелке, то есть он потрудился и на стройках, и вообще. У него этот кассетоприемник, я нажал, он просто вывалился, антенны не было. Ну, у меня с собой был конвертер, подключил, что-то там ловило, какое-то радио, дека не работала. Начали торговаться, ну, честно скажу, что... Можно было бы дешевле его купить бы, ну, как-то... Я эту модель вот конкретно люблю, из шестой серии. Я в свое время отказался от третьей серии, всякие 39-39, это просто не Sharp, а какое-то убожество. Потом исключил для себя четвертую серию, там все эти 45-45, 46-46, там и до 49-го. Из 50-й серии 54-54, для меня он вообще какой-то примитив. 57-57, ну так, куда ни шло, такое, знаете, спокойно я к нему отношусь. А вот в шестой серии 60-60, вот такой вот, ничего, он такой, в принципе, крепенький аппарат. Ну, еще раз я держу 63-63, потому что он в идеальном состоянии, так бы, честно говоря, за него не держался бы. Ну, а дальше там седьмой серии я не знаю, может там есть какие-то пару-тройку аппаратов, перелицовка каких-то других моделей. Восьмой серии 80-80, 81-81 для меня мало интересно, они такие довольно древние и еще, так сказать, силу не набрали шарповскую, то, что считается там винтажными, классическими, то есть, а начиная 85-85, там 87-87, 9-9, то есть как бы это уже более интересно. Ну а 9-я серия вообще как бы все ее любят. Дело в том, что у 85-85 есть два варианта. Есть как с сетками и вот есть с такими грилями. С грилями мне до сих пор как-то не попался. Тоже он смотрится очень здорово. Ну вот сейчас вот такой у меня есть. Принес домой его, ну начал мыть. Естественно, открыл его, снял динамики, замочил. Дело в том, что тут 1001 закоулок, вы поймите правильно, тут, я не знаю, по идее, надо было бы, конечно, просто на сутки, наверное, замочить в тазике с порошком. Ну, тут бумажечка приклеена, желтенькая, которая, так сказать, мне не хотелось ее терять, поэтому я старался мыть вокруг. А что скажу, работа это еще та, потому что как-то вот на нашей мойке подняли резко цену, причем здорово сильно подняли. Я думаю, а помою я джип сам свой, там у меня FJ, речка рядом течет, ведро пошел, набрал, думаю, блин, я понял через минут 20, что это была ошибка, потому что у этого джипа тоже там куча всяких закоулочков, которые надо вымыть, это не так просто там губкой мыть, когда на мойке шлангом высокого давления все это водой сбивают, рязь. Короче говоря, ну, мойки для магнитол нету, пришлось вымывать все, все закоулочки там и прочее. И сейчас я вижу кое-где. Дело в том, что тут сзади натянута сетка, типа капроновая, ну, типа как на чулках, знаете, такой нейлон. Она приварена. Вот если бы ее можно было отодрать бы там без ущерба и еще с обратной стороны помыть. Но тем не менее, я все, вот все, что я видел, и там
зубочисточками, там, ватными палочками, я все это вымыл. Сейчас он похож на аппарат и, в принципе, вполне нормальный, там, 4-4 с плюсом тянет. Как он играет? Ну, сами поймите, 12 динамики, не смотрите на такие большие грили, динамики по сути такие, ну, они неплохие. Сейчас вам покажу внутренности, а что интересно, они семиомные, я больше таких динамиков нигде не встречал, только на вот этой серии шарпов. Тюнер, кассетная дека и больше ничего, даже ни входов нет, ничего. Тут три переключателя, три крутилочки, одна общая low, high, tone, баланс, громкость, нормал, хром, 63-63, там уже металл есть переключатель, переключатель радио и кассетная дека, моностерео и 4 диапазона, двое коротких, точная подстроечка тут есть, минимальный комплект. Как он играет? Ну, неплохо он играет, на мой взгляд. Там стоит БА-536 на выходе, постараюсь показать, если я не забуду. Я на него уложил день с помывкой, со всеми делами, с настройкой кассетной деки. С радио пришлось помучаться. Сейчас расскажу, что было. Я сейчас вам включу, покажу, как он играет, а потом уже будем разбирать и, может быть, какие-то вещи дополнительно расскажу. Честно скажу, что, в принципе, на мой взгляд, вполне неплохо. Кассетная дека. Ой. Ну, пришлось мне смазать все, поскольку там до такой степени заржавело, что... Вот даже кнопки плохо отходили назад, все вот эти вот салазочки пришлось, смазка позастывала крупным планом, а потом внутренности. Система поиска. Вот как устроена его лицевая панель. Динамики 12-е, вот это высокочастотники пьезо, несмотря на то, что их можно принять за обычные динамические, нет, это пьезо. Разделительного конденсатора нету, соответственно, для пьезо динамиков он и не нужен. Я откручивал, все тут вымывал, тут все чистенько, кассетоприемник мне пришлось сделать, отсутствовали пружины, которые прижимают кассету. Все сделал сам из пластмассы. Вот внутренности этого аппарата. Довольно-таки просторный тюнер. Не перегруженный деталями. Ну, тут все есть, в принципе. Трансформатор на 22 Вт. Мощный радиатор микросхемы БА-536. Ну, здесь не было проблем. Проблемы были по тюнеру и проблемы были по кассетной деке. Дело в том, что основной пасик, он превратился, я не знаю, вот его, наверное, не видно, он весь как гусеница трактора, весь из траков состоит, из кусочков. Если я так потяну, он просто порвется. А прижимной ролик
тоже весь потрескался и твердый как камень. То есть ленту он рубил сразу. Подмоточный ролик, который находится вот здесь, естественно, растекся. Я почистил, ну это такая длительная процедура. Решил попробовать по-быстрому сделать, носик от шприца одел, ничего не работает, прокручивается, неважно. Неважно работает. Оказалась проблема в том, что вот этот идлер, ролик вот этот вот, его резина застыла тоже, стала такая деревянная, потеряла сцепные качества фрикционные. Я немножко зашкурил ее, но все равно побоялся ее снимать, потому что продажи таких резинок нет, это надо искать какие-то трубки. Тут внешний диаметр 22, внутренний, я так понимаю, если толщина где-то миллиметра 2,5, ну вот где-то там 18, наверное. Продаются круглые сантехнические, ну они хуже работают. Проблему подмоточного ролика пришлось решать по-другому. Сегодня мне товарищ купил, вот такая есть резина, кремнеорганическая. Она имеет внутренний диаметр где-то 2 мм, внешний 4. Она очень мягкая, ровненькая, стоит копейки. Вот целый метр стоит у нас 10 гривен. То есть на веки вечные хватит, там отрезать надо по 1 сантиметру. Чтобы снять протяжку, надо снять шкалу, она на защелках. Но я заранее там 2 винта открутил, тут вот 2 винта. Я сейчас сниму и покажу вам ее. Вот такая протяжка. Тут уже головка не родная стоит, но хорошая. 24N80. Это нулевой класс, то есть высший класс. Обычно ставят там 81, 82, которые шли на плееры. Ну, я еще раз говорю, что мне пришлось подмоточный ролик тут поменять. Все смазать. Основной ролик поменять, прижимной. Вот как выглядит сзади. Вот этот пасик я тоже поменял. Этот пасик на автостоп. Пришлось тоже поменять, его вообще не было. Автостоп тут, видите, такой качалочка, тут червяк, вот этот вот здесь на этом шкиве соединен со шкивом червяк, и вот здесь вот он крутится и, соответственно, там качается. Ну, не самый простой. Я, честно говоря, думал раньше, что тут должен быть нажимного типа автостоп. Нет, он такой вот как бы полный считается. Если во время перемотки останавливается, то тоже он срабатывает. Что было с тюнером? Начал, уже почти готов был снимать ролик. Выясняется, что тюнер ловит только станции внизу. Что такое? Начал подстроечником подстраивать. Тут немножко колпачок у меня КПЕ приподнят. Потому что я попрыскал, он трещал весь. Я попрыскал ВДшки, чтобы окислы растворить, которые там токосъемный контакт. Плохо соединялся, видимо, с осью. Не помогло. Подстроечника мне не хватало. Все равно верхняя часть станции не ловилась. Пришлось полностью вынимать этот аппарат. И сзади обнаружил конденсатор советский там на 39 пикофарад. Естественно, он, так сказать, увел весь диапазон вниз. И верхняя часть перестала ловиться. Отпаял его, ну, потом пришлось еще немножко помучиться, поскольку контакт плохой был в переключателе. Ну, сейчас аппарат нормально работает. Еще раз показываю, вот как он выглядит внутри. В принципе, добротный, хороший шар. Чувствительный, прием у него хороший. Сзади тут, видите, разъемов там особых нету. Remote control, внешний микрофон с боков. Внешние спикеры, микс-мик. И разъем для подключения питания 220 вольт. Я еще раз говорю, вся его ценность в его винтажном виде. Ну, лично для меня. То есть, как бы, сами понимаете, у меня аппараты поинтереснее есть. Ну, мне нравится вот этот вот такой брутальный вид. Поэтому я его себе пока держу. Спасибо за внимание. До свидания.